Однажды в воскресенье зашли мы с мамой в храм, и вдруг я имя Ксения, представьте, слышу там. Вот странно, ведь не дома я, где вся моя родня. Кто звал меня? Знакомые? А звали не меня. Святой молились Ксении, она сказали мне, надежда и спасение, и людям, и стране. Жила она блаженная, тиха, добра, чиста, на смешке унижение, терпя ради Христа. Теперь навек в раю она, но, говорят, и там святая, вечно юная, все помогает нам. А я ведь тоже Ксения, а люди, как родня, теплей, чем с днем рождения, поздравили меня. С того же воскресенья икона на стене. Моли, святая Ксения, ты Бога обо мне.